нам улыбаясь, как хорошим знакомым. В коридорах также шумно, а столов тесно, и в окошках всегда все интересно. Старшеклассники живут в будущем, не замечая от того, что много знают. И зато все понимают, что у нас всегда крутые переменки. Встречаемся на линейке. Ребята, родители и учителя. Есть детский день в календаре, один из лучших в сентябре, когда все так же по старинке скупаются цветы на рынке. От скромных астр до знатных роз, чтоб в класс ребеночек принес, хлопочут бабушки и внуки, спешат за ручку в храм науки, и старшекласснику не лень считать за праздник этот день. Улыбок полон школьный двор, благоговеет светофор, когда идут по переходу в нарядной школе пешеходы. И я с утра уже волнуюсь, как будто школьницей проснулась. Сегодня к нам на праздник пришли гости, которые наверняка, когда находятся на школьной линейке, вспоминают свои школьные годы. Вспоминают, как они волновались, так же, как и наши первоклассники, первый раз переступая порог школы. Как получали пятерки, а может быть и не только пятерки, как дружили, как влюблялись. В общем, вспоминают свои школьные годы. На нашу торжественную линейку пришли поздравить учеников школы глава городского поселения Петра Дубрава Крашенинников Владимир Александрович. Ребят, встречаем гостей как? Муниципального района Волжский Самарской области Мясникова Ирина Геннадьевна. Председатель Совета представителей городского поселения Петра Дубрава Ларюшина Любовь Николаевна. Многочинный Волжского округа Самарской Сызранской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Сергий Пушкарев. Главный инженер федерального казенного предприятия Самарский завод «Коммунар» Павлов Эдуард Алексеевич. И, конечно же, первым слово мы предоставляем хозяйке нашей школы, директору, почетному работнику общего образования Барышовой Ирине Владимировне. Добрый день! Но поскольку все собрались, все здесь, все готовы, я предлагаю открыть торжественную линейку.